прямом эфире новости сейчас в студии Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Разговор о двустороннем сотрудничестве вышел далеко за рамки военно-технической сферы. Азербайджан – важный торговый партнер Беларуси в Закавказье. Если мы что-то сможем сделать для Азербайджана, готовы это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, чтобы государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным государством, чтобы доходы населения росли, чтобы азербайджанцы, они и так не бедные, но еще богаче были. Мы будем преследовать только эти благородные цели. Ну, естественно, чтобы Азербайджан себя чувствовал, то, что так, как Беларусь, спокойно, надежно, надо крепить оборону. В Беларуси Закир Гасанов с трехдневным визитом. В ходе встреч глава Минобороны Азербайджана также обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества в области военного образования и безопасности. В Витебске 15-летний подросток из пневматического оружия открыл стрельбу по школьникам. Они прятались от дождя под навесом. Одному из них пуля попала в плечо. К этому моменту известно, что оружие принадлежало отцу несовершеннолетнего и открыто хранилось в квартире. Изъята пневматическая винтовка, пневматический пистолет, три коробки с пулями и оптический прицел. Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство». Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске заключен под стражу. В распоряжении агентства теленовостей появилось видео задержания бойцами спецподразделения «Алмаз». Следственный комитет готовит материалы для предъявления обвинения. Известно, что погибшую с подозреваемым связывали близкие отношения. Во Франции в возрасте 87 лет скончался легендарный актер Жан Рашфор. Он сыграл более 150 ролей в кино и театре, был трижды удостоен французской кинопремии «Сезар». Артист сыграл в таких картинах, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Анжелика маркиза ангелов», «Фан-фан тюльпан». Причины смерти не уточняются. Более 100 тысяч запросов за полдня. Столько минчан обратились на онлайн-сервис «Мой город», чтобы узнать, когда подключат отопление в их домах. Как сообщили в контакт-центре Мингорисполкома, новая услуга оказалась востребованной. Так, точную дату подключения можно узнать на сайте 115.бел, а также с помощью мобильных мессенджеров. Подачу тепла в столице планируют завершить в течение 5 дней. И это самые последние новости к этой минуте. Подробности в 19 часов. До встречи.